Так, ребят, всех приветствую. Сегодня... Да. Кстати, я вообще не знаю, что за обострение. Обострение в комментариях. Вот, вот хороший пример. Смотрите. С ГК, говорит, этот, давай стримы ГКшные. Я начал выкладывать видосы с ГК. Первый видос за сутки 100 тысяч просмотров. Второй видос 60, третий 40, четвертый 35. Ну, там плюс-минус. Понимаете, интерес сразу? Аудитории к сию событию. Так что, ребятки. Святой Гриль еще говорит, почему ты его святым называешь? Вот потому и называю, ребят. Я думаю, мне все-таки надо будет вот этот тайминг охренеть. Да кого? Ну ты, он жопу еще стоит. Это вот. Что ты говоришь, тайминг, левша? Что такое тайминг? Вот это тайминг. Плохой тайминг, неудачный тайминг. Я был сведен минуту или сколько туда. Потом я решил, что никого нет, я не буду сводиться туда. Это как в этом. Фильм был, как его? Пункт назначения. До свидули. До свидули, ули-ули. Так, это тоже в ангар пошел. Ладно, пойдем поджимать, наверное. А, нормально. Да-да, я понимаю, залетело. Оп! О, тоже бабах. Тоже с одной отметки. Такой же камуфляж. Эй, брат-близнец. Такой, остаться должен только один. И выстрел ему, да? Мне повезло, пацаны. Мне, отвечаю, мне повезло. Почему мне повезло? Потому что он мне в пушку попал. То есть от меня просто должен был 1400 сейчас почти отвалиться. Где очки? Где очки, бля? Такие очки должны упасть, такой. 2000. Просто. А, нет, 1496. Ну, интересно. Я думал, 2 косаря там. 8 секунд. 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подвинься. Иди. Майка, босс. Еее, футболинг. Короче, нормально все в этот. Да, о, так, сейчас он гриль. Святой гриль, он и хп отдаст. И от врага защитит. Просто лучший танк в игре. Для меня. Вот это норм пробития. 1500. Ёбаный ты урод. Да, я скорее всего верю, что он не специально. Обязательно в это верю. А, мне сейчас бабаха даст все. Ой, этот. Они упарываются просто. Рандом он такой. Ну и как бы вдвоем сдохли, считай. Ни по кому больше урона не нанесли, они просто упоролись. Чё-то пока этот ЛБЗ тяжело идет. Ладно, сейчас еще пару боев попробую на него, еще переключу на этот альянс. Ой, на коалицию. Там попробую. Чуть-чуть, мне надо было раньше стрелять. Я еще бы досвелся с удовольствием, мне надо было раньше стрелять. А потенциальное это пробитие, потенциальное. Кто-то двое КД. Да ну на... А, все. Ну, короче, да. Я говорю, не знаю, как на этих картах играть. В целом. Поэтому... А Мэнс хочет поиграть. Ну, окей. У меня ЛБЗ. Да, кстати, с Максом вообще надо соревнование какое-нибудь устроить. Я вот думаю, какое с ним соревнование устроить. Запотеть вместе. Против друг друга, вернее, так. Ёпта, а ты кто такой вообще?
Артоводы, конечно. Это артоводы, ну, мне просто артоводы убили на ЛТ. Да это борода, короче, эти артоводы. Так, ладно, пойду на другой ЛБЗ, попробую еще пару попыток. Ёпарсоте! Бинго! Такие клубнички. Кто говорит, кто давно-давно играл в автомат игровой, тот поймет, про что я. Ёшкин ты, матрёшкин, сразу ты как, опа. А, у кого там перк? Пробую кладку. У кого перка по бою кладки нет? Где у нас день расстояний? А я не знаю. Да, вот я 192 решил попрощаться с жизнью своей. Охренеть, у меня арестовал в упор просто. Ты чё такая за смелая тележка? И чё? Да вы чё, серьезно, что вы вообще не попали? Ребят! Да это вообще борода, я не понимаю. Это что за бараны на горе стоят толпой? Охереть. Чувак просто упоролся, ему никто ничего не сделал. Ну я как бы сам зафейлил, что я шот один мимо дал, но у меня даже мысли не было, что он сюда впорится. Лично твое мнение, игра стала лучше, не учитывая графику? Ну, смотри. Всегда, ну, тем более ты же не помнишь ощущения 4-5-летней давности. Вот, ну реально, это нереально вспомнить эти ощущения. И все время кажется, что раньше было лучше. Так во всем, все время так, раньше было лучше. Вот. Вот хрен знает, если честно. Ну, минус огромный для игры, для игроков, это экономика игры. Сейчас играть, например, так как раньше там на девятках, на десятках, практически невозможно. Ты просто улетаешь в большие минуса. Вот. В плане экономики мне не нравится, что стало сейчас так, как есть. Почему это сделано? Почему это сделано, я понимаю. Для, ну, зарабатывания денег. Вот, сама игра, ну сейчас разнообразия очень много. Минус какой? Минус вот эти плазмопушки. То есть ФВшка и многие-многие другие пушки, которые больше 1000 урона дают. Это огромный минус для игры, я считаю. Но в то же время они дарят эмоции, поэтому все это заходит, и даже те же самые просмотры очень круто заходят. Ну типа, смотри, что я сделал в начале боя. Я сдох через 2.5 минуты. 3600 урона, 2600 засвета. Это бой, в котором можно было это сделать. Но я не мог никуда уже уехать. Не, посадка-то сегодня нормально. К чему статку бустил-то? Блин, я помню, как эти комментарии постоянно. Кто ему статку бустил, да, сюда, дядя. Там чувака подал бы аккаунт, например, с удовольствием бы свой. Посадил бы его на стрим с онлайном таким, сказал бы, сыграй. У него уровень игры примерно снизился процентов на 30, бы 100%. Философия пошла здесь немножко. Ну такое бывает, ребят. Хороший бой сыграл, как бы, люби и херовый бой сыграть. Ага, да ну нахер, воспользовался моментом. Тупо прочитал, да? Отлично, хорошо, что он идиот. А тут не идет уже. Ну как бы и все, ребят. Лев обосрался. Да и Ластецкий, хотел же Ластецкий, блин, ну понесет сейчас опять. Все, что было нажито за весь стрим не по сильным трудом, вся статистика будет похерена.
Здорово, ротовод. Хорош. Как говорится, хорошего геймплея тебе. Да. Не, ну оно того стоило. Минус две арты, ребят. Нормально, не зря прокатился. Как минимум, на душе стало полегче. Все, я пошел. Увидимся на стриме завтра в Расте в 14:00 по Москве. Всех обнял, пока-пока.